Друзья, всем привет! Опять начинается видео, опять майская ночь. Начинается видео опять с майской ночи. А спросим стартовую цену. Что-то очень на барахолке много всего этой майской ночи. Сейчас там спрашивают, сколько картина. Хочу спросить, сколько майская ночь стоит. 150? 150, тут чуть-чуть дешевле здесь. Ага. О, даже за 130 дают. Еще дешевле. За 130. Короче, если пойти по это погулять, можно найти. Ребята, хорошая погода. Друзья, барахолка. Ой, какие красивые эти тарелочки. Друзья, ой, какие интересные тарелки цветные с волками, гляньте. Девчонки разные, собаки. Прикольные тарелки. А, да, клоуны, да, клоуны интересные. Клоуны классные, да. Веселые такие. Ну, и в греческом стиле. Да, я только хотел сказать, тарелки, да, вот эти в греческом стиле. Артемис. Артемида, Артемис. Ну, это такие, знаешь, подставочку взять и... 500 гривен. 500 гривен. Да. 500 гривен тарелка такая. Колокольчик. Бокалы для этого. Для пива. Такой большой, ну красивый такой бокал. Ты видел, какой бокал красивый? Для пива. Интересный. Да, сегодня мы еще дешевле нашли эту майскую ночь. Просто, вот смотри, каждая есть уже с этим, с дырочкой. То есть и с одной стороны, да, или с одной стороны дырочка. То есть ты подходишь и шнурок выбираешь, янтарь. Шикарно, 10 гривен грамм, то есть ты подбираешь себе, а здесь уже есть с этим, ну вот просто подбираешь себе эту, как это правильно сказать, ниточку, не ниточку, а это, отдельный шнурочек подбираешь себе и все. Ну да, можно кожаный, можно отдельно подобрать. Ребята, короче, уже есть готовые вот такие, чуть побольше, чуть поменьше есть, короче, разные, и есть... Вот такие, 10 гривен, 1 грамм. Уже готовый можно выбрать. Шикарно. На каждое изделие цена? На камешек, да. А вот бусы нужно спрашивать. На каждое изделие цена, да. Они просто шикарные. Вот ты берешь их в руки и прям вот чувствуется, как энергетика какая-то, прям чувствуется, вот да, прям чувствуется такое солнечный такой камень. Ребята, посмотрите, как он красиво вот на солнце. Вообще шикарный просто. Вот так вот переливается. Ой, просто красота, прелесть. Все кожа. А вот это, как это, как бананка. Вот это красиво тоже. А это сколько стоит? Вот это сколько стоит? А это? 750. Ой, вот это так классненько. Правда, цвет красный был бы немножко. Ну, так, таким... Ветер только читайте. Это сделано. А расцветка только в вас, только в таком. Не в одиночном, ребята. Это привозится в одиночном. Я понял, понял. Об этом даже... Ветер. Сами шьют. Она одна такая. Вы найдете, так потом придете ко мне. Сами шьют. Дома шьют и все. 500 гривен, это как? Это бесплатно. А рюкзачок? 1100. Рюкзак шикарный тоже. Ну ты считай, а в Заре штучная, искусственная? Кожа. Ну даже... Искусственная стоит 1300. А тут это... Тем более... Да, вот это мне понравилось. Бананка такая. Шикарная, эксклюзивная. Ребята, друзья, а вот эти вот рыбки, наверное, у каждого были, гляньте. И вот такой набор. У меня синяя была. У тебя синяя была? Да, синяя. А, наверное, моя мама уже, наверное, купила бы, но некуда было уже вставить просто вот эти, мне вот кажется, эти. Синяя самая красивая. Синяя. А сколько синяя стоит? Синяя. И вот с песочная тоже даже есть. Интересно, сколько синяя стоит, сколько набор синяя стоит. Прикольные. Там была черная, а тут просто такая. А это ваша ваза, да? Да. А сколько она стоит? 500. 500? 500. Вот эта ваза 500 стоит. Тоже резьба идет. Там черная была,
восточные мотивы. Ой, ребята, кому нужны эти гири? Еще из СССР. Ой, мой дедушка занимался этим, изготовлял тоже обувь. А, это специально для обуви? Да, тоже. Это кто занимается ремонтом, да? Ну, кто ремонтом, мой дедушка изготовлял обувь. Кто делает ремонт его, да? Глянь, доска для капусты. Угу. Ой, у кого разбилась для микроволновки, то здесь тоже. Сколько для капусты эта доска? Ребята, у кого разбилась тоже для микроволновки, можно подъехать тут тоже взять. Поискать, кто у кого что нужно. Приезжайте сюда на барахолку и без проблем найдете, кому все, что нужно. Вон даже бутылки есть для воды. My bottle. Ой, сколько здесь всяких ложек. Ой, друзья, даже мясорубки он есть. Говорят, что единственное, что могло сломаться в этой мясорубке, это стол, которым он прикреплялся. И банки. То есть ты понял, она неубиваемая. Ну там такой механизм, что... Бля, даже банки для этих, для спины. Я даже не знаю, как они правильно называются. А, я понял. Вытягивать он, банки. Видишь, глянь, нервный таз? Нервный. А, да, вон нервный таз. Это же такая штука. Боже, боже, чего только нет. Все набилось нервным тазом. Знаешь, да, выражение. Я в детстве, когда мне давали деньги, я копил, собирал, и у нас тетка там недалеко, барахолка была у меня рядом с домом, она выносила, я скупал вот эти вот колбы, мензурки, дома делал эксперимент. Я однажды такое сделал, что бабушка сказала, еще раз такое сделать. Бля, а я тогда это смотрел в эпицентре и нашел эту, для графина, а я искал. Ты представляешь? Это вообще по 35 гривен, это бесплатно. Шикарно. Я не купил графин-то, потому что не было вот этой затычки, пробочки. Ой, ребята, гляньте, сколько тут подсвечников разных. Прям глаза разбегаются. Ой, как это вот эти называются? Я забыл, как это еврейские вот эти? Три... Я не знаю. Ой, не помню. Ой, Липтон шикарный, сколько он стоит? Я такой, глянь, у него какой, коктейль какой-то сделать, да? Даже чай Липтон пить. Холодный. А сколько он стоит? Надо спросить. Ой, он горячий сильно. А что, он один остался у них? А сколько такой? Где, нет продавца? А, продавца нет. Где продавец? Ой, шикарный Липтон Айс. 330 миллилитров. Красивый, да? Знаешь, налить даже этого холодного чая Липтон, кинуть 2 кубика льда, да, а, да. Лайм, и кусочек цитруса, да? Ну, лайм и все. Ой, подожди, я вот тут хочу поснимать. Гандунчик красивый тоже. Я хочу зайти вот тут поснимать. Посмотри, какая старая тоже посуда. Бля, медный, вот, пожалуйста, медный таз. А это для очищать этим... А, камины. Видишь, щеточка и... Я хочу спросить, сколько тебе бокалов. Никого нету. А какие стулья? Стулья из этого жгута. Тоже шикарные стулья, да. Вот, а, гля, что я еще нашел. Dextro Energy. Тоже такие, знаешь. А ну там посмотри, что. Нет, тут нету. Тут такие всякие. Разбирали уже все хорошее. Ну, я тебе хочу сказать... А вот пришел, спрашивай. О. Сколько такой, скажите? Такой, если один 100 гривен, а если много, по 50 гривен. Много это сколько? Ну, от двух штуки больше. От двух, да? А вот те по 20 гривен. Я понял. А второго такого нету, да? Нет, есть, надо искать. Есть, да? Сколько? Если 2 за 100. По 50 за 100. 2 за 100. Нормально? Да. Если так, то да, нормально. 1200. А вон рука держит младенца. Видите, нету резьбы, это очень старый подсвечник. Ой, а я хочу вот этот посмотреть. Это вот старый подсвечник тоже. И вот эта рука младенца тоже красивая. Очень красивая. Он «Тайная вечеря». Он красивый тоже. Сумки красивые. Вот, знаешь, такие, наверное, как это в самолет с собой, это Прада. Ну, это как, походу, это все женский, да? Он тебе Прада. Ну, я говорю, вот это Прада, как и мужская или что. Такое, ну, видно, что фирменное, да? Или под фирму. А глянь, духи какие старые. Вообще.
Может, судя по тому, какие-то сумки, я не думаю, что там подды. Ух ты, ты шо, ля какие тапочки? Ля тапки Аладдина. Ля какие. Ты шо, прям как в этом, как в фильмах. Прада. Но это даже не похоже на подделку. Даже не похоже на подделку. Странно. Я понимаю, что Китай может быть такой хороший, фирменный Китай. Я с этим как бы знаком. Постоянно, даже вот на рынках, сколько я на рынке работал, и могу отличить даже Китай и там хороший Китай, фирменный. Ну да, это такой, наверное, хороший Китай или где-то из-за границы, знаете, приходят. Хорошие штучки. Чемоданы такие. Да я стою, параллельно рассматриваю старые полуразрушенные, заброшенные советские заводы. Она все в таком месте, знаешь. Ой, синяя лампа. У тебя никогда не было синей лампы? Она есть. Типа как, говорят, и прогревание там, и когда болит ухо. Не увлекаться. О, пожалуйста, я нашел вторую ракетку. Сколько она? Сейчас узнаем. Точно такая. Только там Карпаты была, а здесь Украина. А сколько? Сколько? Одна. А пара. А вторая где? Налево. 100. Пожалуйста, там 100 и тут 100. И это шикарно. Это шикарная, просто шикарная. Там 100 и тут 100. И за 200 гривен ты имеешь шикарную просто на лето. Есть новые. Это бэушные, 3 мяча есть. Она шикарная. Вот его дедушки за 100 и тут за 100. Вот и, пожалуйста, походить можно и найти за 100. Там 100 и там 100. Нужно подумать. Ребята, тут уже тоже такое по-современному, гляньте, орешки можно делать. У меня тоже у мамы такая старая была. Ой, просто шикарно. Но она никогда не делала. Я ее когда всегда просил. Нет, в духовку. Да нет, наверное, как жарят. Я даже не знаю, как это делать. Аля, какие старые вот эти. Это чугунные сковородки? Да, чугунные. Их же говорят, чистить вообще как бы не надо. Не знаю, я такого не знаю. Старые вот эти. Ой, как это, канто? Или как? Канто это... Ой. Ля маска. Это. Да, спасибо. Защитная. Ой, а там что? Ага. Ну там я не буду подходить, там оружие. Ютуб не пропустит такое. Так, музыка. Так, гляньте, какие эти. Стоя охраняемая зона. Не влезай, убьет. Поснимали где-то. Ой, а я всегда в детстве хотел вот такую машину. И мне никто не покупал. А я когда купили у соседей, у детей такая была, я очень завидовал. Здесь даже можно купить картины, ребята, представляете? Даже можно детский купить... автопром? Я очень хотел в детстве такую машину. Очень хотел, да. Я серьезно говорю. Какие классные часы. Такие в этом синем стиле. Ой, тарелка такая красивая. Это, наверное, из магазина вынесли. Да, это из магазина. Из лавочки, из магазина. Ой, старые вот эти, ой, знаешь, моя бабушка сюда это гнала, кстати, вино всякое делала. Аля ордена, и даже у моего дедушки еще, у бабушки в шкатулках тоже есть эти всякие ордена, старые. Ваза, старый, аля, у меня старый лев есть. Такой же. Ты мне скажи, ты да? Да. Ну. Старый лев есть такой из гипса. Я был маленький, для меня он казался большой. И мама всегда мне давала, я был маленький, давала рубль. Я его как будто кормил, у него пасть была открыта, я туда рубль кидал. До сих пор еще этот лев стоит с этим, с целым львом. Его поднять нельзя. С целыми, с этими советскими это рублями. Не знаю, это спрашивать тоже нужно. Аля, старые монеты. А, иглы прямо в том же. Я говорю, под лезвие. Это вот на этот. Старый. Ля, бинокль. Смотри, бинокль для этого. Театральный, да? Да нет. Театральный бинокль. Ой, игрушки. А я же коллекционирую игрушки старые. Тут такие можно классные игрушки найти. Я даже сейчас цену спрашивать не буду, потому что сейчас меня понесет. Я сейчас тут не за этим.
Я когда-нибудь приеду в другой раз и буду спрашивать специально. И тут игрушки. У меня от бабушки осталась, знаешь, это коробка от старых шляп. Знаешь, такая деревянная коробка. Вот как торты сейчас в таких коробках больших круглых. А такие шляпы у дам были. Вот помнишь фильм «Титаник»? У меня тоже, да. Такие коробки. У меня такая большая деревянная. И у меня такая коробка есть. Я в этой коробке держу эти игрушки свои. И мне один этот коллекционер предлагал за одну игрушку 800 гривен. Там две игрушки было, он предлагал 800 гривен. Я говорю, нет, я пока что не продаю игрушки. Гля, какие причем, красивые. У меня состояние лучше. Ты видел? Эти такие потертые. У меня, не знаю, как у тебя, у меня состояние хорошее у этих игрушек. Я их так бережливо, знаешь, я их перекладываю, типа у меня типа как солома такой искусственная. Есть. Я их перекладываю, чтобы они не затирались. Гля, какая красивая. Под Индию. Очень красивая. Очень красивая. Вот так ее чуть-чуть... Это медь? Вот это медь. А вот это? Я не знаю. Она мне очень понравилась. Смотри, такая резбленная. Ее почистить правильно и поставить на стол. Посмотри. Слушай, это медная посуда. Индия. Это Индия. Смотри, ты видишь, что тут это? Индия. Это Индия. Сколько стоит? Цена? А, продавец. Ага, это к нему 600. А какая цена? 600 гривен вот такая, друзья. Как ранее? Это где-то 50. Короче, шикарная, конечно, штука. На стол очень красивая. У меня была такая. Была такая лошадка. Может, у меня была кобылка? Ну, не знаю. Оно сейчас считается как это, как винтаж. Оно, видишь, 1800 гривен. 1800, опять же, я считаю, для таких вещей. И это не, это поставить, это даже не для ребенка, это просто поставить... Это в интерьер, да. Это считается как очень, ну, сам видишь, дорогие вещи. Ребята, гляньте, что я нашел. И реально, вот такие вот коляски были в 40-х годах. Возили этих младенцев. Это не детская коляска. В смысле, не детская? Это не детская коляска, это этих возили младенцев. Ты имеешь в виду, что не игрушечная? Это не игрушечная, да. Детская. Это возили, это настоящих детей возили в таких колясках. Да, у меня вот такие были. Я помню, ну, у меня были такие игрушки. Тоже танки эти были. Просто я помню тот период, когда мама осталась без работы. Я знаю. Ну, это пластик. А просто когда тогда осталась мама без работы, вот тот период 90-х, начало 2000-х, я помню все игрушки свои, она начала выносить на продажу, чтобы что-то было дома покушать. Эти такие старые иконы, ребята. Под старину, под дерево. А, это тоже Индия, да? Я не знаю. А, тут потерто, не видно, да. Затерто уже не это. Старый, гля, как просто на дереве сделано, видишь? Тоже я думаю, в свое интересно. Время за эту Эйфелевую башню надо было еще погоняться, да? Это сейчас уже таких ну да. Куча. А в свое время, и причем, блин, как она реально так внутри. Ну это во Франции, это как ведешь как сувенир вот эту штучку. Я тебе говорю, ты видишь, как на дереве сделано красиво, или ты не слышишь? Короче, ребята, гляньте. На дереве очень красиво сделаны эти нанесены образа. Некоторые уже потерты, некоторые дорисованы. Просто дерево. А, кулинария. Кстати, у меня такая книга есть. И такое блюдо у меня есть. Ну, как у меня? У мамы. Посмотри, какая ваза. Блюдо тоже интересное. Вот это. Тоже очень красивое. Резблёное. А сколько такое? 400. Да, красивое. Оскар. Ребята, не мог не показать вам вот эти вот шампура на шашлыки. Это же Оскар. Это не Оскар. Это этот. Как раз сезон шашлыков начался. Можно на этот, на шашлыки пойти. Вот тебе маленький самоварчик. Это очень маленький, нет. Это очень маленький. Но ты что, не видишь? Это очень маленький самовар. Я, конечно, ищу самовар, но не такой маленький. Но он прикольный. Он прикольный. А, так послушай, это именной. Именной? Славному комсомолу Туркменистана. Наша дружба нерушима. Ветераны ложки. Комсомола. Гляньте, какие ложки просто прилетели.
Это... Ясная поляна. Это... А что это за материал? Ой, блин. Тоже интересно. Ой, друзья, еще нашел вот такие. Это шкатулки, наверное. Гляньте, какие. Да, это шкатулочки такие. А, с фотографией залитой. Одна и вот такая вот вторая, черно-белая. И вот еще такая третья. Тоже вообще интересная. Просто прелесть. Ребята, нашел, короче, то, что я искал. Вот, вот такое мне, что нужно. За 100 гривен отдает, но оно треснутое стекло. Очень жалко. А так оно шикарное просто. Шикарный такой поднос. Ну, хотя... Хотя, если... Оно, в принципе, и не видно. Его. Но треснутое покупать? Нет. Ребята, не нашел я то, что искал. На барахолке очень сильно жарко было. Сегодня действительно жара, на солнце где-то 32 градуса. Надеюсь, в следующий раз я найду то, что я искал. Все, всем хорошего настроения, всем пока-пока.